написано было найти Ender Pearl, или надо было не Ender Pearl найти. Короче, я проиграл, ребята. Теперь я на третьем месте, и это уже не так круто. Что нам нужно сейчас сделать? Ага, стрелять по курочкам, окей. Давайте сделаем это. Так, 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 так. Ну-ка. Да, отлично, выполнила задание. А сейчас у нас будет мини-игра Пол, это лава. Вот это прикольно. Думаю, здесь я не должен проиграть, как минимум, потому что я умею паркурить. Да, отлично, пройдено. Что у нас сейчас будет? Поджечь ТНТ? Поджег. Отлично, вроде бы один, нужно его ведь поджечь, правильно? О, я в бездну упал, я же не проиграю из-за этого. О, нет, все нормально. Это было прикольно, конечно. Вот и последняя мини-игра какая-то, финальная, самая сложная. Что тут надо делать? А, я понял, закрашивать вот так вот территорию. Окей, закрашиваем, ребята, закрашиваем как можно больше. Территории надо закрасить, потому что именно тогда я и выиграю. Блин, какашка, он у меня забрал территорию, я теперь не могу дальше строиться. Ох, ладно, я, конечно, могу вот так вот, да, все это закрасить. Но он, конечно, какашка на самом деле. Не дал мне территории. И, блин, остается 30 секунд, а у меня уже все, в принципе. Территория моя закончилась. Я проиграл. Как так-то? Я же вроде нормально ее закрасил. Я, конечно, в итоге на втором месте, ну... Ну, погоди, второй выпуске. А теперь знаю, что там один художник по основному ксерету Жару Сукон, музыкальное оформление, 5 крыла. Камера видит наблюдение. Ты можешь посмотреть также через мультфильм «В Москва» и «Кирилл ТВ» и «Спорт». 2021 году, 2007 году. Антифутик Николай Курнатов. Ага, отлично, переходим. Ничего себе, игрок, конечно, упал. Вообще, жестко. Так, все, я что, выиграл? Хорошо, давайте подеремся вот с кем-нибудь из этих игроков. Опа, получай. Раз, два, три. Ой, меня тоже уничтожить пытаются. Отстаньте, отстаньте, я опять буду бегать. Это моя, по-моему, любимая тактика в этой мини-игре. Просто бегать. Все, я же выиграл. Да, я, походу, самый первый выиграл. Круто. Это очень хорошо. Так, а что сейчас? Нам нужно купить что-то у жителей. Правда, я не понял, что. Да что ж такое-то? Опять мне ничего не дают. Смартфон, игрушки, конфеты, книги. Делать. Так, кремень у меня нету. Блин, не успел. Да что за приколы? У меня всегда все почему-то воруют сегодня. Мне это вообще не нравится. Так, надо встать на розовую шерсть. Я стою, отлично. Безупречно мы это все выполнили. Ага, теперь нужно ползать на корточках. А что этот игрок делает? Он бегал и в итоге проиграл. Один-единственный, кто проиграл. Но он дает. Надо читать задания перед тем, как они начинаются. Да-да-да. Поэтому что у нас будет сейчас? О, прыгнуть в бездну. Прыгаем. Да, отлично. Выполнил задание на 100%. Так, а теперь... Ага, теперь нам нужно скушать тортик, который находится очень-очень высоко. Ой-ой-ой, ничего не вижу. Опа, отлично, скушал. А половина игроков так и не успела этого сделать. Окей, я опять первый, кто это сделал. Ну, это, конечно, хорошо. Так, что такое? Что нам нужно сделать? Давайте зачаруем вещи. Вот так, раз, два, три. Блин, это будет долго на самом деле, наверное. Или нет, не знаю. Окей, я зачаровываю все. В принципе, вот, нет, на остроту нельзя зачаровать ботинки. Они не берутся!